Обследование на ВИЧ рекомендуется проходить ежегодно всем людям. Раннее выявление инфекции позволяет вовремя начать лечение, защитив организм от прогрессирования болезни, присоединения сопутствующих заболеваний и предупредить заражение близких людей. Сегодня специалисты используют чувствительные тесты 4-го поколения. Они позволяют выявить как антитела к ВИЧ, так и части клетки вируса, в среднем в срок от 2 до 6 недель после инфицирования. Исследования проводятся в специальных лабораториях. Существуют и простые, или как их еще называют, быстрые тесты. Они способны увидеть антитела к ВИЧ меньше, чем за час по слюне и крови. При ВИЧ-инфекции существует так называемый период окна. Это время от момента заражения до ответа организма на внедрение вируса. Обычно он длится 3 месяца, но в редких случаях может затянуться до года. Если в этот период у человека был риск заражения, то отрицательный результат теста не обязательно означает, что ВИЧ у него нет. В таком случае рекомендуется повторить исследование еще раз через 3, 6 и 12 месяцев после рискованной ситуации. В России можно не только анонимно и бесплатно сдать тест на ВИЧ, но и получить консультацию врача до и после тестирования. Сделать это можно в центрах по профилактике и борьбе со СПИДом, либо в поликлинике по месту жительства.